100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Telegram по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 139 рублей баланс на GG-дропе, а это значит, что прямо сейчас я вместе с вами буду окупаться и пробовать выбивать нож, внимание, с 0 рублей. Да, это безумие, потому что сегодня мы подготовили серию 7 ключей и прямо сейчас вместе с вами будем залетать во все эти кейсы и пробовать выбить нож. Не депозите ничего. Поэтому давайте сразу. Не знаю, куда мы сегодня зайдем, но если ты когда-то зайдешь на этот сайт, используя самый рабочий и самый окупаемый промокод PERDETOR11. Плюс 11% на абсолютно любую сумму. Например, ты депозитишь 1000 рублей. Приходит 110 рублей бонусом. Закидываешь десятку, 1100 совершенно бесплатно. Да, это самый большой процентное пополнение, который только здесь есть. И помимо того, что он дает самый большой процентное пополнение, он тебя еще и окупит. Поэтому обязательно используй его. А мы полетели открывать все эти самые топовые кейсы. Ну как топовые? Топовые мы откроем. И возможно даже чуть-чуть попозже. Но сначала я хочу открыть безумно серию из 7 ключей. И первый кейс перед нами — это ржавый. Сразу скажу, максимальный дроп, который я отсюда выбивал, 150 рублей. Этот кейс, можно сказать, открывается сразу. То есть вообще, в принципе, если говорить про всю линейку серии 7 ключей, она открывается как? Ты заходишь на сайт, открываешь какой-нибудь кейс, и за открытие кейса тебе дается бесплатный кейс. То есть с прошлого ролика у нас они открылись, и я буду сейчас их открывать. Поэтому первый кейс, он открывается почти сразу, для него почти ничего не нужно. Да, здесь есть ножик, здесь есть перчатки, но давай говорить честно. Я не думаю, что кто-то либо когда-то с этого сайта выбивал либо нож, либо перчатки. Поэтому первый раз закручиваем. Ну, световая пошла. Я, если честно, даже не знал, что это такое. Ну, окей, 20 рублей, it's okay. Следующий, камень. Вот камень уже, кстати, поинтереснее. Вообще, каждый кейс, который мы сейчас будем открывать, начиная с минимального до максимального, он все интереснее, 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 интереснее. Давайте попробуем. Двое пар ножей, двое пар перчаток. Открываем и... ну... хотелось бы, конечно, что-то такое в районе 300-400 рублей, но я понимаю, что это почти невозможно, почти звездный кейсер. Но это даже, наверное, меньше, чем 20, 19 рублей, да, я еще прав был. Ну, ладно, дальше бронза, серебро, вот эти два кейса, они такие, знаете, ну, больше сказать, загадкой, потому что иногда он выдает 500, 600, 700, ну, конечно, я никогда не выбивал нож, но хороший дроп отсюда может упасть, но это больше, как я как скажу, как знаете, как угадать. Дай-ка, потому что иногда падает, ну, прям супер хорошо, иногда падает прям супер плохо. Ну, в принципе, галилы сами по себе недорогие. Но, кстати, 154 рубля это хотя бы хоть что-то хорошо. Давай серебряный. И вот тут самое главное, чтобы эти кейсы нас продолжали окупать также. То есть, если прошлый кейс давал нам 150, то надо, чтобы этот кейс давал тоже, как минимум, больше, чем 150. Иначе это будет ГГ. Ай, нержавейка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, подожди. 603 рубля? Черт, это очень хорошо. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Это безумно хорошо. 603 рубля. Баланс касать, нормально. При условии того, что вот эти все три кейса дали нам, по сути, меньше 200 рублей. 20, 20, 150. Вот это дал 600. Так, ну все, пошла жаришка. Золотой — это, наверное, самый, один из самых таких интересных кейсов, потому что здесь вроде бы еще не фарш скины, но он уже окупает, поэтому давай просто возьмем, закрутим, хотя, блин, вот я даже не знаю. Вот прикинь, просто упадет какой-нибудь байонет лорд с такого кейса, вот это будет безумие. В прошлый раз у нас не получилось поднять ножик. Почти. Почти перчатки, кровяное давление. 256. Ты прикинь, насколько это обидно. То есть, вот здесь перчатки. Нам просто 5-7. А предыдущий-то кейс нас окупил. Блин, давайте сделаем так. Платиновый и элитный. Попробуем открыть два кейса. Получится? Хорошо. Не получится? Ну, блин, попробуем через апгрейд. Потому что вот эти два кейса, ну, они, типа, очень крутые. Но при условии того, что предыдущий кейс нас вообще не окупил. Я не знаю, это прям вообще какой-то кринж. Ну, да какое это падение? Не жорика. Ну сколько это стоит? 500? Стоп. 2000 рублей нормально.
Подожди, это, наверное, прямо с завода нападение Жорика, еще и Star Trek 3172. Неплохо. Вообще неплохо. При условии того, что у нас еще остался один, извините меня, кейс, и он самый мощный. А с него может выпасть вообще, чтобы вы понимали, там неоновый гонщик за 5000, код красный за 10000. Блин, ладно, давайте просто попробуем. Все-таки 3172 рубля на балансе, это хорошо. Ну, как бы, конечно, уже могло быть и 5600 рублей, но все равно нормально, хотя бы нападение Жорика стоит по... Стоп, стоп. Вот Азимов было бы намного лучше. 2600. Ну, очень слабо. 5800. Обычно, когда ты открываешь линейку из 7 ключей, у тебя 10, 12, 13 тысяч рублей. Поэтому сразу сходу заходим в апгрейд, выбираем скин за, ну, давай 10 тысяч рублей. Чтобы было обидно, если что, проиграть. И полетели. Обязательно. Поставьте прямо сейчас лайкосик, если будете играть. Мужики, используйте промокод. Но о нем... Да? Вау! Сделали! Вот я 100% был уверен, что она не зайдет. Прям 100%. Но теперь у нас есть наваха, которую мы поставим на вывод. Обязательно поставьте лайкосик, и если будете играть, используйте PerdeTor11. Самый рабочий и самый окупаемый промокод.